Участники заседания обсудили перспективы организации и проведения муниципальных выборов. В этом году отмечается 25-летие формирования избирательной системы. За эти годы законодательство о выборах совершенствовалось. Изменения будут проходить и дальше. Сегодня обсуждались предложения по упрощению процедуры подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования. Основной темой стали практические вопросы применения избирательного законодательства на прошедших 9 сентября выборах. Мы обсуждаем вопросы реализации досрочного голосования, отмены открепительных удостоверений, либо, наоборот, внедрение мобильного избирателя, реализация полномочий избирательных комиссий по вопросам проведения информирования. Это действительно очень важные вопросы для организаторов выборов, и мы очень надеемся, что на таких мероприятиях будут выработаны новые предложения, которые будут направлены в Центральную избирательную комиссию для внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации.